Давай. Ну, всем привет. Ну, после того видео, где нас убили, и мы я снял запись, мы все равно решили без записи попробовать довернуть вещи. Но, как видите, мой персонаж уже вкачан, и мы их это сделали. Вот, все, что я вытащил оттуда, вернул половину своих вещей, половину, конечно, отдал ему. Вот у меня есть вещи, которые я вернул, тот же самый Но это калаш у было меня жестоко. отжали, калаш у меня отжали, Г-36, петух, УЗИ, М-ку, 40 лук, МП-7 отжал. Патронов еще куча отжали. Да. Анаконду. Я отжал свое это самое, свой гвоздомет я у него отжал. Или у нее, я не знаю. У меня ФАМАС ССГ есть, а 12 отдал Хэнни Бэджер. Ну, броню вот себе вернул. Надо теперь это все убирать. Согласен. Блин, я у него отжал FN M249 и ПКМ. Красавчик. Блин, ну капец, когда первый раз заглотали, это было весело. Блин, 30 Мне Мирон звонит. патронов, да еще 15 обоим в запасе, это просто зашибись. Слышишь, мне Мирон звонит. Да ладно. На Где, в чате. скайпе или в стиме? Попозже пусть. Ну давай попозже. Нет. Ну это просто страшно. Да, ну вот все наши вещи. Я вернул все свои стволы, большую часть. Патроны, да и холодное оружие, да и броня вот моя. Ну ты холодное оружие не пользуешь. Я люблю холодное Да, оружие. У меня... ты коллекци... Я... чисто по этот коллекционировать я люблю. Ну я тоже коллекционер. У меня есть уже... Нет, самое... Бразерхуд, который стоит 20 тысяч. Катана, стоящая 7 тысяч. И катана, стоящая 5 тысяч. Я еще и маску снова взял свою, которая А, вот красная. это, который... Да, и я купил такую же и еще одну белую, У меня, дополнительную. короче, есть катана, которая вакизаши и просто катана. Мне для полной коллекции не хватает только Джоко то катана. Ладно, как видите, мы вернулись в вещи. До скорого. До свидания.